Еще одна детская мечта исполнилась под Новый год. В рамках всероссийских акций «Елка желаний» полицейские кинологи воплотили в реальность давнюю мечту ульяновской девочки. Познакомиться со служебными собаками. Дарья Цыбина продолжит. Кира Романова в свои 14 уже выбрала себе профессию. Ее мечта – стать кинологом. Девочка давно хотела посетить кинологический центр, чтобы поближе познакомиться с работой сотрудников. И полицейский Дед Мороз под Новый год исполнил ее желание. Инструкторы-кинологи показали разные породы служебных собак и условиях содержания в вольерах, рассказали о деятельности кинологического центра, показали работу четвероногих при поиске опасных веществ и даже обучили девочку правильно подавать команды. Отлично. Мы решили сделать подарок школьнице Кире, которая мечтает стать кинологом, и пригласили ее на экскурсию в наш центр, где рассказали о специфике нашей службы, показали, как дрессируют собак, и рассказали, как стать кинологом. Кроме этого, Кире провели экскурсию по территории центра, показали класс, где обучаются кинологи, и музей кинологической службы. Девочка осталась довольна поездкой, ведь ее давняя мечта сбылась. Мне очень все понравилось, и в дальнейшем мечтаю еще сюда приехать. «Елка желаний» помогла Кире Романовой приблизиться к будущей профессии и уже по-новому взглянуть на нее. А подаренная книга об истории собаководства станет для школьницы отправной точкой в мир кинологии и взрослой жизни. Дарья Цыбина, Вести, Ульяновск.